все мы знаем, что достоинства любой недвижимости определяются триадой «location, location, location». Скажи мне, где находится твой дом, и я скажу тебе, насколько он хорош. Все так или почти так? Про жилой комплекс «Граф Орлов», исходя из его местоположения, говорить можно только комплиментарно. С высоты 25 этажа виден весь Петербург. Вот там Финский залив, Лахта-центр и изгибы западного скоростного диаметра. Правее, на фоне огромных районов севера города, сияют золотом Исаакиевский собор и Новодевичий монастырь. Ну а если посмотреть вниз, совсем рядом фонтаны Московской площади, на которой находится и одноименная станция метро. Чуть поодаль зелень Парка Победы. Вокруг же лучшие классические образцы сталинского неоклассицизма. Это, возможно, самый респектабельный, во всяком случае, из относительно современных, район северной столицы. Фасадом «Граф Орлов» выходит на Московский проспект, но с него вид на комплекс открывается несколько неожиданный, особенно летом. Здесь сквер, за которым, собственно, начинается комплекс. И единственное здание, строительство которого продолжается – бизнес-центр, из главной арки которого начинается променад, ведущий на Варшавскую улицу. Пока здесь по понятным причинам не слишком оживленно, хотя локальная инфраструктура уже есть и вполне разнообразная. 16 коммерческих помещений разного метража еще предлагаются арендаторам. В эти магазины и офисы зайти сможет каждый желающий, а вот попасть в парадные только собственники и их гости, через посты охраны, стилобат и внутренние дворы. В комплексе организована централизованная диспетчерская служба. «Граф Орлов» уже заселен. В двух последних сданных корпусах собственники начали получать ключи весной 2021 года. Вот так выглядят парадные «Графа Орлова». К услугам жильцов колясочные, в корпусах, стоящих по периметру, работают консьержи. Отдельно упомянем о продуманных решениях для лиц с ограниченными возможностями. Квартир на продажу осталось немного, около 50, в основном 2-3-4-комнатные. И есть в продаже апартаменты, в основном в корпусах, выходящих на Московский проспект. Прямо на территории уже работают частные детские сады, есть игровые и спортивные площадки с тренажерами. Непосредственно на стилобаде машины не паркуются, их место или в проездах вокруг комплекса, или в подземном паркинге. Безусловно, «Граф Орлов» находится не в самом центре Петербурга, но логистически это место иначе как большой дачей не назовешь. Выезды на Кольцевую из СД в нескольких минутах езды, аэропорт по прямой в одну сторону, центр города по прямой в другую. Как ни крути, мы вновь возвращаемся к триаде «Location, location, location».